Привет, девчонки! Сегодня поговорим о красивой спине, широчайших мышцах и работе в тренажере. Да, я знаю, что говорю вам, большинство времени и преимущественно нужно работать, подтягиваясь, и не отрицаю этого. Там мы тренируем и развиваем нашу силу. Но по мере прогресса и роста необходимо добавлять упражнения в тренажерах. Широчайшие мышцы спины, хорошо развитые, так же как дельты и хорошо развитые бедра, делают вашу талию гораздо уже. Визуально вы смотритесь красивее. Самое главное помнить, что работаем мы всегда и в тренажерах, и в подтягиваниях локтями. Стараемся опустить локти вниз. В верхней точке амплитуды обязательно сводим лопатки вместе. Будете смотреться шикарно в платьях, особенно с открытой спиной. Красота, друзья, это мышцы, а не жир и кости.